2018-2020 годы в Беларуси проходят в рамках Года Малой Родины. В прошлом году областной центр Брещина отметил тысячелетний юбилей. Кроме этого, на протяжении всего года носил статус культурной столицы СНГ. Это во многом определило задачи Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Данные национальной системы мониторинга свидетельствуют о сохранении устойчивых положительных тенденций в состоянии окружающей среды Брестской области. Выполнены все целевые показатели государственной программы по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, установленное на 2019 год. Подготовлено 5 представлений о преобразовании особо охраняемых природных территорий. В Брестском районе проведена рекультивация 3 мини-полигонов. В 2020-м планируется эту работу продолжить. До 2024 года стоит задача все мини-полигоны закрыть. Также в 2019-м в Бресте ликвидировано более 15 крупных несанкционированных свалок. Большая работа в части озеленения и наведения порядка на земле была проведена в прошлом году в черте города. Всего было высажено свыше 30 тысяч деревьев и саженцев более 2000 в районе. Парк тысячелетия у нас в принципе почти закончен. Набережная расширяется, городской сад сделан очень красивый и в принципе как жителям города Бреста, так и гостям очень нравится. В целом выполнены все намеченные мероприятия. В настоящее время ведется работа по передаче под охрану мест обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси.